Дорогие друзья, сегодня мы отвозим лакомку. Вы так покажите, когда на солнышке, да? Все, сегодня вот мы отвозим лакомку в добрые ручки. Хозяйка ее ждет давно, еще с времен, когда лакомка болела. Хозяйка отправляла и денежную помощь на нее, на ее лечение, и ждала ее больше месяца, скажи, даже может больше двух, да? Собрались, мы сейчас поедем. Ой, все, говори сам. Пока. Говори пока. Маленький такой. Дай ему мяско, дам кусочек. Ну, дай. Мой славненький. Да куда же ты ушел? Да куда же ты присел? Вот мама кошкам нарезает натуралку. Ешь, ты что? Поблевать по дороге тоже надо, скажи. Не хочешь кушать? На тебе порезанную. Она может чувствует, что скажет, меня куда-то отдают. Ой. Что, обиделся? Останешься? Поедешь? И вот начинайте, да? Сугая она, не подходи ко мне, он обиделся. Ну все, пусть на твоем обеспечении будет. Да, она так ест. Она не ест, когда на руках, а на полу она очень хорошо ест. Я подумала, надо проверить. Мам, ну что, давайте нам лакомку. Мы уже готовы. Ну что, мам? Ты готова ее отдать? Надеюсь, там хозяева будут любить. Хозяйка очень хорошая у нее. Жить будет. Да. Но она не поела ни одного кусочка. Ну скажи, дорогу есть нельзя. Ну да, то потом. Герда, ее мать, которая вчера присосалась к Герде. Ладно, давай, на пол нельзя здесь ставить. Сейчас едем уже. По дороге заехали, распечатали договора. Я расписалась. Сейчас Валера пока поставит файлы, и мы пока поедем дальше. Вот что подписчица нас встретила. Ну, все так. Спасибо. Я вчера так же смущалась, когда увидела. Да, Валера. Я ничего не сказала. Думаю, боже. Сотрясаю. Я так рада вас видеть. Ой, бедненький. А это что там? Конфета такая или губка? Вон, а ну еще раз, сейчас песик поедет. Вот. Ждет автобус. Да, да, я думаю, да. Волкодав, да, но волкодава не больше. Другой. Порода есть. Ой, бедолага, как он. Что ты, малыш? Так сколько у тебя? У меня пока крысы. Есть крысы, черепахи, тритон всякие. Всего не питон есть? Тритон. А, тритон, не питон. Это как подводная ящерица такая. Она живет. Да, в аквариуме. Так и знает, что приехали, кто-то поедет из них. Кто из себя с лучшей стороны покажет, тот и поедет. Ну да. Вот, передаем. Да. Это тут договора, корм. Ну, как обычно. Как она боится, посмотри. Ты боишься. И это бедолага боится. Эй, ты чего? Забрали лакомку. А ты такая добрая, хорошая собака, да? Хорошая. Все. Ну все, корма, там пеленки, вроде все положила я. Иди все. Ой. Пока мама спала, лакомка лежала на своем месте рядышком. На диван не просилась. Хорошая девочка, послушная. Писать ходила на пеленку. Я вижу, там раза три точно она сходила. Приехали, я ей сразу там мисочку с водой поставила. Фарша дала. Покушала она, потому что я что-то корм не приготовила заранее. Сейчас уже зоомагазин открылся. Пойду покупать все, что нужно. Кто прищемился на диван, а? Эй, мадама! Делаем вид, что это все хорошо, да?
Кто непослушная девочка? Не надо подлизываться. Кто непослушная девочка? Я не разрешала на диван. Угу. Типа я тут тихонечко полежу спокойненько, да, хулиганить не буду. А я не разрешал. Да, я типа сплю. Все, я сплю, не хулиганю. Сходила в магазин, купила целую кучу всяких игрушек, грузилок, потому что уже на тапочки стала заглядываться. Пищалки, винилки, грызем вовсю. Целый пакет грузилок всяких разных. Ой, чем бы ребенок не тешился, лишь бы не плакал. Ну вот рагу взяла, с удовольствием грызет. Огурцов положила. Ребенок развлекается. Купила туалет. Единственное, пеленки надо немножко подрезать под размеры. Ну, как-то вот приживаемся. Беспрерывный процесс. Так, это все несъедобно, нет. О, это можно погрызть. Где мячик? Давай. Ну-ка, ну-ка. Смотри, какой мячик. Интересный? Дай мне. Дай мне. Ну, дай мне. Дай мне. Ты не как кот, да? Тебе надо схватить и грызть. Отбирать ты не хочешь? Побороться. Делали дегустацию разных всяких грызилок. Это тебе больше всего понравилось? Ну, где твой шарик? Так, ты только мне в глаз не попади когтем своим. Ай, ничего себе ты больно кусаешься. Что там такое? Мухи в окно налетели, да. Так, ты лапками тут понежнее махай, пожалуйста. Меня кусать не надо. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну, пошли. Че остановилась? Давай, 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 давай. Еще одну лизинку и все. Тут же большая. Знаешь, уже здесь, да? Да, да, здесь тебе удобнее. Ночью мы спали вот здесь. Но здесь удобнее. Сходили погуляли и теперь валяемся. А мне лечь надо, дорогая моя. Я лечь хочу, я тоже немножко устала с прогулки. Можно я тоже лягу, а? Я понимаю, ты принцесса. Угу. Улыбаемся, довольные. Кто довольный улыбается? Кто пузико выставил? А, принцесса. Хвостиком ходит, а на кухню нельзя. Так, я на кухню. Жди. Вот так мы ждем. Правда, потом подойдем, чтобы видно было. Жди. Вот так. Команду жди. Изучаем. Еще забыла продемонстрировать. Я могу и открыто оставить, но уже она не зайдет. Сейчас камера просто будет, конечно, лежать. А так, ладно, сейчас еще продемонстрирую. Сейчас я выйду. Хвостиком ходит прям по пятам. Жди. На кухню мы не идем без разрешения. Молодец. Разошлись не на шутку. Играем, бесимся, поели, пописали. Теперь время игры. Думаю, часиков 7-8 на прогулку сходить. Пока это два раза в день. На поводке мы гуляем, как будто всю жизнь гуляли. Сегодня второй день. Кличка Лакомка трансформировалась в Умка. Что-то мне уже 3 человека сказали Лакомка, Лаки, там несчастливое имя. Надо переименовать. Вкусно? Тебе вкусно? Напугала маму. Так дышала прям. Просто было жарко. Покупались и все. И давай грызть. Сидеть. Нет, сидеть. Сидеть. Молодец. Молодец. Лежать. Лежать. Молодец. Сидеть. Сидеть. Лежать. Лежать. Молодец. Давай заснимем, как мы команду ждать знаем. Так, на кухню нельзя. Ждать, ждать, ждать. Молодец.
Жди. У меня на кухне ремонт, поэтому... Плюс я от робота-пылесоса перегородку поставила временно, пока двери не установлены. Нельзя, нельзя. Здесь много инструментов, и я не разрешаю заходить на кухню. Вот. Ждать. Молодец. Пойдем. Пошли, 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 пошли. Грызилок хочешь? Вкусняшек хочешь? Пойдем, дам. Самые на ура пошли почему-то вот эти. Сейчас дам. Эй, эй, пакет не надо. Держи. Ребенок счастлив. Все, что для счастья нужно. Разгрызает вот именно эти мгновенно. А это сушеные лакомства для собак, кишки, говяжьи мини. Вот эти больше всех понравились. На, на еще. Я унесу, больше не дам. Сегодня на улицу не получилось. У нас гроза началась, дождь на улице, мокро, сыро. Поэтому сегодня дома. Что ты пришла ко мне? Ко мне пришла? Маму кусать нельзя. Нельзя маму кусать. Поиграться можно, кусать нельзя. Привет. Дай лапу. Дай лапу. Дай мне лапу. Молодец. Молодец. Дай лапу. Молодец. А вторую лапу? Нет, а вот эту лапу дай. Вот эту лапу. Молодец. Хорошая девочка. Дай лапу. Молодец. Дай лапу. Молодец. Сидеть. Молодец. Сейчас дам. Держи. Молодец. Лежать. Лежать. Молодец. Умница какая. Сидеть. А так? А с сыром? Ага, линяя. Лентяйничаешь уж. Уже все, заленилась. Лежать. Лежать. Так-то энергии много, носишься по квартире, а? А тут пару раз сесть, встать, и ты уже все, ленишься. Кто хулиганка? Мама уснула, а Умка взяла и накакала. А в это время робот-пылесос поехал, и все это дело размазюкал по всему полу. Это такой трэш. 2 часа робот-пылесос отмывала. А она с честными-честными глазенками пришла. Мама ухайдоханная, сил нету. А она пришла, легла, и все хорошо. Че, упала игрушка? Все, упала? Нету игрушки. За игрушкой. Неси ее сюда. Дай лапу. Молодец. А кто для этого сидеть? Я не говорила лежать. На. А вот теперь лежать. 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 И на уже доедай. Тут осталось совсем. Ты уже начинаешь хулиганить. Доедай. Привет соседям. Умка научилась пищать. Так, заметила, что ее на камеру снимают. Умка у меня лунатик. Спит с открытыми глазами. Еще сны видит и лапками подергивает. Прилегла со мной. Тут я пока по телефону разговаривала, задремала. Сопит, лежит. Кто там на мамку нападает, а? Кто на мамку нападает? Любительница похулиганить. Сгрызла мамкины тапки. И на улицу шлепки тоже сгрызла, в которых мамка ходила. За 2 минуты. Не надо мне грызть. Хулиганье. Хулиганье. Дай мне. Дай мне мячик. Дай мне. Ну дай мне. Дай мне. Дай мне мячик. Дай мне. Ну дай мне. Дай. Дай. Дай мне. Дай мне. Дай мне, а я тебе дам. Ну дай. Ну дай мне. Ну дай, ну пожалуйста. Ну, сейчас за попу тебя ущипну. Ущипну тебя за попу. Хулиганье какое. Дай мне мячик. Дай. Дай.